Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. В регионе почти 6 тысяч потенциальных банкротов. В Объединенном кредитном бюро подсчитали число потенциальных банкротов физлиц и их средний долг в Кировской области. По закону банкротство возможно при долге более 500 тысяч рублей и просрочке платежа в 3 месяца. В России сейчас порядка 660 тысяч таких граждан. В среднем на каждого приходится 1 750 000 рублей долга. В Кировской области потенциальных банкротов почти 6 тысяч человек. Это 1,5% всех заемщиков с открытыми счетами. Сумма долга у нас превышает среднероссийскую 2 120 000. Больше всего потенциальных банкротов в Москве и Московской области 115 тысяч человек, а самые большие долги в Костромской области, в Ингушетии и в Москве от 2,5 млн рублей. Программа «Экономика». Кировчане получают в 9 раз меньше, чем нужно для счастья. Сумму, которой им бы хватило россиянам для счастливой жизни, озвучил портал «Суперджоб». Он вывел ее на основе опросов. Выяснилось, что в среднем жителю страны нужно 184 тысячи рублей в месяц. Бедными они считают людей с доходами менее 17 тысяч, богатыми – тех, кто получает более 460. Аналитики отмечают, что оценки россиян зависят от экономической ситуации. Например, в 2010 году они могли быть счастливы, имея 188 тысяч рублей, в кризисном 14-м им хватило бы 173. В Кировской области средняя зарплата сейчас выше уровня, за которым, по мнению россиян, начинается бедность, но в разы меньше суммы счастья – 23 тысячи рублей. Экономика. Инвестиции в основной капитал в регионе составили 19 миллиардов. В итоге за полгода озвучила Минэкономразвитие Кировской области. Значительная доля – 70%, или 13 миллиардов рублей, освоены крупными и средними предприятиями. В министерстве отмечают рост вложений в сельское хозяйство на 4,5% за счет господдержки. В транспортной сфере рост в 2 раза за счет крупных государственных же вложений в строительство дорог и путепроводов, чистые пруды. Сферу обрабатывающих производств поддерживают частные деньги. Там объем инвестиций вырос в 2,5 раза. При этом, напомню, в целом уже несколько лет цифра в Кировской области снижается, и в ближайшие 3 года правительство роста инвестиций в экономику не ждет. В завершение: валютах доллар 57,67, курс евро 69 рублей 10 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.